Сержант Бердников, Свердловская ГИБДД. Юлия Михалкова, Пышминская, Йоколымене. Что за Йоколымене? Ну, вы первые начали какими-то буквами сыпать. Так, девушка, вы нарушили правила ПДД. Ой-ой, все, вы победили. Я больше не знаю смешных буквенных сочетаний. Так, хорошо, предъявите, пожалуйста, ваши права. А что это? Права? Что такое? Это такая карточка пластиковая. А, карточка у меня есть. Вот, пожалуйста. Это скидка в крошку-картошку. Но она же пластиковая. Права розовые. А, вот, пожалуйста, салон нижнего белья Анжелика. Девушка, Анжелика не права. Вот и я ей всегда говорю, Анжелика, ты не права. Она вообще тупая. Права с фотографией. А, вот с фотографией. Это карточка в метро. Не метро, а метро. Я когда туда прихожу, вообще по 500 замечаний делаю. Тупеет нация. Так, девушка, вы ехали по встречной полосе, я вынужден забрать ваши права. Сейчас отдам, подождите. Так, это мне надо. Это надо. Вот. Что это? Уберите, это мне не нужно. Первый раз вижу человека, которому не нужна 3% скидка в Мазератти. Я знаю, что вам нужно. У меня в багажнике есть капуста. Какая капуста? Ну, как вы любите. Зачем мне капуста? Ну, мой муж говорит всегда, что вы все козлы. Я знаю, что об этом никому нельзя говорить, поэтому вы тихонечко идите и возьмите в багажнике. Так, девушка, капуста. Предъявите, пожалуйста, техпаспорт. Ну, вот. Это ваш паспорт. Мне нужен техпаспорт. Каких тех? Я не вожу с собой паспорта тех. Полис ОСАГО. Сам ты полис ОСАГО. Полис ОСАГО. Меня так еще никто не называл. Все, вы меня выбесили. Я сейчас позвоню. Алло, Вероника? Как там мое пальто? Когда дошьешь? А, ну отлично. Угу. Все, позвонила. Доигрались. Так, девушка, я вынужден эвакуировать ваш автомобиль, потому что вы мне не предоставили ни одного документа. Так вам что, документы нужны были? Да. Ну так бы сразу и сказали. Вот водительское удостоверение, вот регистрация транспортного средства, вот договор обязательного страхования.